Дорогие друзья, решите поприветствовать вас на САП-форум МИН 2019. Это уже шестой форум, который мы проводим в Республике Беларусь, и с каждым годом он становится все больше, все значительнее. В этом году у нас зарегистрировалось более 700 человек, которые пришли узнать про самые современные технологии решения САП. Республика Беларусь в последние годы взяла уверенный курс на внедрение решений цифровой трансформации и самые современные инновации. И мы уверены, что технологии компании SAP помогут ей в достижении самых высоких задач, позволят республике занять достойное место на мировой арене цифровой экономики. Наши партнеры могут делать проекты любой сложности, как здесь, так и за рубежом. Они быстро осваивают новые решения SAP, такие как Customer Experience, например, S4HANA, HANA и другие. На сегодняшний момент с одним из партнеров Welcome One мы сделали специальное предложение для рынка среднего и малого бизнеса. Также достаточно серьезное внимание мы уделяем работе с партнерами-разработчиками, которые делают на нашем решении прототипы. Более 30 таких прототипов было сделано за прошлый год. Некоторые из партнеров делали такие приложения для работы в концепции «Умный город». Я бы хотел отдельно поблагодарить наших клиентов, партнеров из России, Беларуси и Грузии, которые помогли сделать этот форум по-настоящему насыщенным. SAP вместе со своими партнерами делает бизнес разумным.